Всем добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу вам порекомендовать сайт «Наш любимый Василек». Здесь большой ассортимент, постоянные скидки и много-много разных категорий, как постельная, так же одежда, детям, полотенца, ткани на отрез, для кухни и всего много. Также есть лучшие цены и на лучших ценах разные скидочки. Сейчас постараемся с вами открыть и посмотреть. Как вы заметили, там очень большой ассортимент, поэтому проходите по ссылочке в описании и смотрите. Могу вам рекомендовать очень много разных товаров на нашем любимом Васильке. Ссылочка остается в описании. Также, дорогие друзья, наш любимый Василек есть и в Инстаграм. Те, кто любит в Инстаграм больше смотреть, то вот ссылочка на Инстаграм тоже будет в описании, поэтому проходите туда и подписывайтесь. И смотрите, там тоже очень много вылаживают фотографий, очень много примерок, и качество Василька всегда радует нас. Всем добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас распаковка из нашего любимого Василька. Пришел очередной заказ, там заказывала я кофточки и много-много интересного. И также подарочек для одного хорошего мальчика. Как вы знаете, на Васильке очень частые обновления, поэтому пройдите по ссылке в описании и посмотрите. Мы стараемся заказывать какие-нибудь новиночки интересные, потому что многие просят заказать новиночки, ну и то, что хотят мои детки, конечно же. Как видите, заказ большой, поэтому буду доставать рандомно. Очень важную вещь заказала для дома, больше для бани, для мытья. Я заказала банное полотенце большого размера. У меня все полотенца уже старенькие, и я хочу их заменить. И вот такое вот фиолетовое большое банное полотенце я заказала. Я уже в предыдущих видео когда-то заказывала только голубого расцветки. Мне очень понравилось, по качеству очень хороший. После многих стирок остается такой же цвет и такого же мягкой текстуры, поэтому заказала снова. Вот такой фиолетовой расцветки. Так, пакетики будем убирать. Дальше. Заказала детские носки для мальчика, для Ванюшеньки, для нашего. Сейчас покажем. Где они открываются? Или я слепаю? Или... Вот. Тут у нас идет 5 пар. И все с разными рисуночками. Потом фотки поближе сделаем. Какой расцветочки. Также в прошлом видео я заказывала тапочки. Девочкам они очень понравились. По дому ходить очень хорошо. И главное то, что их очень удобно стирать. У них вот такая вот текстура. Подошва у них немножко такая рифленая, как бы идет. С пупырышками вот с такими. Очень красивые тапочки. Заказала снова. Дальше. То, что я заказала. Помните, я в предыдущем видео заказывала 2 пары колготок. Одни мне оказались, к сожалению, маленькие. Это черные. Поэтому я попробовала снова заказать колготки кашемировые. Размер 54-60. И хочу сразу проверить на видео, как они будут по размеру. Слушайте, они такие мягкие, такие классные. Я очень надеюсь, что в этот раз они мне подойдут. Да, в этот раз они мне, ребята, подойдут. Очень надеюсь. Но я потом примерю, еще попозже скажу. Но так мне они очень нравятся. Слитки вот такие вот. Очень мягкие, очень хорошие. Дальше. Детские колготки на 9-11 лет. Заказывала для своих девчонок. Как вы знаете, у меня 5 девочек. Поэтому кому-нибудь да все равно подойдут. Вот такие вот колготочки. Но они, скорее всего, только на Оксану подойдут. Но померяет Маша в первую очередь, померяет, а потом уже Оксана. Если Маша не подойдут, значит Оксеньки подойдут. Вот такие вот колготочки. Тут, ребята, будет много всего, поэтому наливайте себе чай, кофе и садитесь поудобнее, потому что качество на Васильке меня каждый раз радует. Дальше заказала теплые носочки с авокадами, женские носки длинные, махровые, 3 штуки.
Это у меня идут Свете, Кате и Маше. Вот такие вот три пары носочки с авокадами. Вот такие вот классные, теплые, махровые носки. Специально для девчонок, для старших заказывала. Маша, Свете и Кате. Дальше. Дальше здесь вот такой пакет. Это, скорее всего, пижамки, которые я заказывала для одного хорошенького мальчика. Но сейчас мы распечатаем с вами и посмотрим. Так. Супер далматинец. Да, ребята, это пижамки. Вот такая вот кофточка. Приношу извинения за посторонний шум, просто у нас вот Катя бегает. Вот такая вот кофточка. Она идет на 9 лет. И вот такие вот штанишки, ребятишки. Очень красиво. Мне кажется, понравится мальчику замечательно. Я не буду говорить, кто, но я надеюсь, что ему очень понравится. И также еще одна пижамка. Даже если будет большевая, ничего страшного, будет на вырос. Вот такая вот с машинками. Качество очень, ребят, хорошее. Мне очень нравится. И вот такие вот штанишки. Ну, может, немножечко будет большевато, но это ничего страшного. Я надеюсь, этому ребятеночку очень понравится. Вот такие вот две пижамки мы ему подарим. Так, дальше смотрим. Дальше у нас пришел костюм, хлопок. Не написано, какой размер. 146-я ростовка. Это я заказывала кому-нибудь из девчонок дома носить, чтобы был тепленький костюмчик. Мне кажется, на Машу самое то будет. Вот такая вот кофточка голубенькая. Это Маша, да? Хотела. Такой. И вот такие вот штанишки. Спереди тут два карманчика идут. Слушайте, качество хорошее. Внутри оно хорошо прошито. Такой утепленный костюмчик. Вот такой вот на Машеньку получается. 146 размер. Я хочу вообще всем девчонкам заказать, чтобы дома носили. Дальше. 38 размер. С серебряной вставочкой. Кофту. Помните, я заказывала Маше кофту? И такая же понравилась Катюше кофта, поэтому мы ее заказали с серебряной. У Маши идут с золотой вставочкой, а для Катеньки мы заказали с серебряной вставочкой. Но мне кажется, она будет ей маленькая. Хотя размер 38. Ну, померить нет, так подойдет кому-нибудь из моих девчонок, так как у меня девчонки все разные. Ну, вот в целом вот такая вот кофта пришла. Потом на фото вы увидите, кому она у нас подошла. Дальше. Костюм, ростовка 152. Еще один такой же, как голубой, только другой расцветки. Сейчас посмотрим. Достанем и посмотрим, кому же он подойдет. Ну, вот это вот Кате подойдет, сразу видно. Может, даже и Свете. Точно такой же костюм. Видите, кармашики, два кармана. Для дома самое то. Качество мне очень, ребята, нравится. Для дома ходить хорошо будет. Да и не только для дома. Почему только для дома? Ну, это, да? Спортивный. Да, спортивный как костюм. Дальше я заказала еще одну кофту для кого, не знаю, подойдет. Но она размер 42. Я надеялась, что она на Свету подойдет. Света у нас не любит светлое, она любит все темное. Я вот такую вот заказала. Но мне кажется, она ей будет маленькая. Но она померяет, если она ей будет. Она с черной вставкой. Наподобие вот такой же, как Маша мы заказывали. Там видно, Свет? А это вот только темного формата. Точно такая же, только темного формата. И она размер 42. Поэтому девочки померяют и потом посмотрим, кому что подойдет. Дальше. Помните, я вам говорила, что у меня девчонки попросили еще носки Том и Джерри. Я еще заказала носочки Том и Джерри. Но уже другие немножко. Вот так вот. Вот такие вот носочки. Потом вот такие вот носочки. Дальше. Вот такие вот носочки красивые, желтенькие. Их соединяешь, и получается одна целая картинка. И вот такая вот картинка. Красивые носочки. Девчонки очень радовались. Дальше. Смотрим, что у нас здесь не написано. Пижама.
размер не написано. Сейчас посмотрим, что это. Я уже, если честно, не помню, что я даже заказывала. Так. Да, это пижама на размер 146. Кому-то из девчонок подойдет. Вот такая вот пижамочка. И вот такие вот штанишки. Это я заказывала костюмы, как дома носить. Чисто вот. Но вот расцветка мне нравится. С енотиками. Кто у нас енотами? Маша любит с енотами. Маша, по-моему, выбирала этот пижаму себе. Поэтому еще одни тапочки пришли. Только уже расцветка другая. Вот у нас есть тут черная, серая, а тут темно-синяя. Расцветочка. Так, пакетов что-то очень много накопилось. И тут, ребята, еще много всего. Если устали, нажмите на паузу и отдохните. А потом возвращайтесь. Так, дальше смотрим, что у нас здесь. Костюм тоже. Нынче много костюмов заказывала для своих девчонок. Очень много, поэтому будет много примерки. Вот такой вот костюмчик для Мариночки. Заказывала. Для садика где-то ходить. Вот такие вот кофточка. И вот такие вот штанишки. Это костюмчик такой идет. Вот, интересный, красивый. Слушайте, качество классное. А сзади, кстати, сделается на клепочке. Смотрите, там видно? Тут вот есть кнопочки, так заделывается на кнопочке. Получается, как застегивается. Вот так вот. И все, вот так вот сзади. И вот так вот спереди. Мне кажется, Мариночке должно быть хорошо. Да, Светик? Так, дальше. Опять заказала носки. Сейчас у них мода с фруктами носки. Поэтому я заказала с фруктами носочки. Чтоб мои девочки тоже хоть немножко, но по моде были. Так, сейчас покажу, с какими фруктами. Арбузик вот такой вот. Дальше. Это, скорее всего, апельсинчик или грейпфрут, но что-то цитрусовое. Потом дальше клубничка. Лимончик. И авокадо. Вот такие вот носочки. Девчонки будут очень рады. Дальше, дорогие друзья. Также заказывала детские колготки на 5-6 лет. Они теплые. Это для Вани. Ну, по идее, для Вани они будут большие. Скорее всего, Марине подойдет. Правда, тут с самолетиком. Ну, это ничего страшного. Зимой сейчас будет холодно. И под штаны все равно что-то надо теплое одевать. И я на зиму обычно беру теплые колготки. Они идут с начесом, с ворсом, с таким, с тепленьким. Очень хорошие колготки. Брала на Васильке, очень понравилось. И поэтому опять заказала. Дальше, дорогие друзья. Тут еще много, ребята, всего. Поэтому... оставайтесь с нами. Длинные носки, женские, махровые. Что-то нынче все женские, да, были? А мужских-то носков я, видимо, не заказала вообще нисколько. Что-то я еще и найти не могу, как открыть их. Сейчас разрежу, да и все, и что-то нам не мается. Вот такие вот, ребята, длинные носки, махровые. Расцветки разные. Очень хорошие. Ну, это я для себя заказывала, чтобы мне одевать теплые носки в обувь. Дальше. Что-то я здесь еще такое заказала. А, полотенце еще махровое, и все, и мешок пустой. Тут бумажка по ценам. Я когда фотографии сделаю, я вам цены обязательно напишу, потому что некоторые подписчики просят: Настя, напиши, пожалуйста, цены, сколько стоит. И по качеству я вам всегда говорю, что какое качество. Здесь у нас полотенце махровое. Туркменистан 100 на 80. Оно больше будет размером, чем предыдущее. Оно очень, ребята, большое. Это вот такое, как покрывало. Большое, но оно такое тяжелое. Слушайте, оно намного плотнее. Я такого качества первый раз заказала. Тоже на пробу, потому что я не знала, как оно будет себя вести. Поэтому я пока такое заказала одно. Это тоже, по идее, Туркменистан, но оно поменьше размером и немного потоньше.
А это мы взяли на пробу, чтобы потуше и проверить по качеству. Я постираюсь несколько раз после бани и потом вам скажу, как оно по качеству. Ну вот на первый взгляд оно мне уже очень нравится. Вот такая вот, ребята, у меня была посылка. Если вам понравилось, не забывайте поставить нам пальчики вверх и подписаться на наш канал. Ну а сейчас будет пример как моих детей. Была примерка от любимого Василька. Если вам понравилось, не забывайте поставить лайк и подписаться на наш канал. В целом, нам все понравилось, не забывайте. Ссылочка будет в описании канала. Там очень часто обновляется канал, поэтому проходите по ссылке в описании. Ну и всем пока-пока!